Церковь Святого Николая. Площади и улицы Праги украшены утонченными готическими костелами и величественными православными храмами. Большинство церквей отличается не только красивой архитектурой, но и наличием ценных реликвий и украшений. Одним из интереснейших пражских соборов считается Церковь Святого Николая. Она расположена на Староместской площади. Продуманный до мелочей интерьер храма прославил архитектора Динцингофера, став одним из его лучших проектов. Внутренние залы церкви не только идеально рассчитаны по площади, но и выполнены с использованием приемов светотени, благодаря чему хранящиеся здесь реликвии приобретают более эффектный вид. Честно говоря, после увиденного фраза «Как это вообще возможно?» имеет место быть. Планировка помещений выполнена в форме греческого креста, по центру которого располагается алтарь. С каждой стороны креста находится по одному залу овальной формы. Все комнаты лаконично соединяются друг с другом балконами и коридорами, образуя единый ансамбль. Над его центральной частью располагается купол, украшенный полотнами мастера кисти Антонина Брауна и расписанный ликами святых Николая и Бенедикта. Интересно, что большая часть фресок и полотен выполнена этим художником. Как и во многих других соборах, главной святыней церкви святого Николая считается центральный алтарь, который создал Шпиллер в 1917 году. Выполненный из искусного мрамора, он впечатляет посетителей ликом святого Николая. Кроме того, алтарь является одной из самых старинных достопримечательностей храма, переживших не один исторический период. Дополнительными элементами декора церкви являются многочисленные позолоченные элементы, а также окна, украшенные яркими витражами. Они создают великолепную игру светотеней, в которой лики святых буквально оживают.